Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Джек Шепард и я, Артур. Мы продолжаем проходить Resident Evil 6, кампанию за Джейка. Всем привет. Мы находимся в том же месте, в котором несколькими сериями ранее мы находились от лица Криса и Пирса. У нас тут несколько зениток долбит воздух. Их нужно вырубить. Этим занимается Финн из отряда Криса. Нам его нужно прикрывать. Ну, так было, по крайней мере, в компании за Криса. Здесь те же задачи примерно, да? Ну да. Так что... единственное, надо то, что... не показывали, как долго он будет это делать, походу. Ну ладно. Шо? Ой, кто этот, лайфхуд? Ой, это враг. Так, ну он минирует. Давай пока бабайку убьем. Довольно просто это делается, по-моему. Давай. Так, тут прикольные вещи лежат. Стой на втором этаже, вот это я его заманю. А я заманю его на провода, сейчас мы его шарахнем током. Мы это уже умеем. Эй, родной. Да, заманем. Родной, иди сюда. Ой, кого-то он схватил. Ну, давай, ну. Да ёлки-палки, ну ты. Он не обращает на меня внимания, просто и все. Уважаемый. Ой, я ему в спину постепенно. Смотри-ка, во-во-во. Во-во-во, подбегай теперь, сейчас. Если успеешь. Давай. Давай, женщина, come on. Ай, молодца. Какую там кнопку надо? Ну, тебе покажут, я не знаю. Я сделал это. Все хорошо. Давай, до свидания. Так, он погиб? Нет, не уверен, что он погиб. Но я думаю, одного раза мало. Поэтому я пошел снова наверх. По сути, нам сейчас вот эти три зенитки вынести, тогда их просто будет авивация убивать. Авивация. Но мы хардкорные чуваки. Да, поэтому я сейчас его буду заманивать на себя. Так. Бабайка, иди сюда. Да блин, кто со спины кто-то шарашит с пулемета. С той самой вышки. Так, все, он пошел за мной. Ага, значит, мне надо было сейчас в другой там стороне. Так, он идет теперь ко второй точке, где провода. Где в прошлый раз я убил его? Да, помню. Все, то же самое можешь проделать. Так, бегу. А, иди сюда, родной. А ты говорил, ты везешь меня в Европу, покажешь достопримечательности. Что мы будем делать, да? Давай, все мыши такие броны. Так, все, он явно зол. Нет, больше проводов пока что нет. Ногами? Нет. Ну ладно, тогда я не буду тебе помогать. Прошла. Я пойду с пулеметчиком поговорю. Ой, он на меня наступил. Это плохо, кстати. Ой, я у него между... Нет. Он просто шел по мне. Джек Шепард. Я лежу. Держись. Плохо. Блин, я мог на него сейчас налететь. А ты? А ты все испортил. Я не хотел. Давай быстрее на это. Так, одно они взорвали, пока мы тут занимаемся всякой ерундой. Да, блин. Так, он пошел к ним опять. У тебя что там со здоровьем-то? Все хорошо. Оу. Так, дверь наш бравый Финн сейчас взорвет. Или нет? Он ждет Криса. Все хана ему. Мы уже профи такие. Просто вырубили его. Я бегаю вокруг него и праздную. Сегодня у нас день грязи и гнили. Так, ребята сейчас будут защищать вторую точку. А мы им в этом, что? Правильно, поможем. Хорошо. Давай 4000 очков с ним возьми и пойдем помогать.
Так, там еще и патроны лежат. Посмотри, посмотри, это просто интеллект. А, нет, смотри. Решил сразу опровергнуть мои слова. Крис такой. Они с пулеметчиком стояли, друг на друга смотрели, и ничего не происходило. Крис могёт. Это большой убить. Такой типа запросто. Так, я нет, да? Запросто. Так, сейчас бабаки полезут. Лучше давай отойди. Ну, у меня стиль игры. Отходи, такой. отходи, беги ко мне. А, там мина. Ну, так я ее и поставь. Ну, я понял. Ох, жесть. Они еще разлетаются так, как будто я не знаю, восковые какие-то. Я их взрываю. Они почти по-русски что-то говорят. Ты сможешь. Такие что-то. Все, минуса. Загнали паренька. Патрончики бы с них падали, они вот это всякая шуша. Ну, когда как. Работали его снова. Смотри, сейчас выдохнешься. Что там заминировал, нет? Уже почти. Ну, когда нас прикрывали Джейк и Шерри, было посложнее, потому что ими бот играли. Был посложнее, да. А сейчас окей. Ой. Ну, я знаю. Твой искусственный интеллект. Как у бота. Я просто стоял спиной, и кто-то что-то... И уже взорвалось. А, точно все понял. Так, тут еще одно. Одно чудовище. Погнали в подвал. Ну, нам-то нужно в подвал, нет? Ну, ладно, пойдем. Ну, а как мы пройдем? Ах, ты опять разбежишься, мужчина. О, конечно. О, право. Так, осторожно, тут сверху может бить. Если места такие подозрительные, опасные, то... короче, лучше не рисковать. Я иду по дороге из трупов. Иду по тропе мертвецов. Ой, вот сейчас рука залезет куда-то сюда. Так, ну хорошо. Так, мы куда-то продвигаемся. Ну, мы сейчас продвинемся к третьей зенитке, она там будет опять, и там будет страшное мясо, поэтому жизни рекомендую заранее под... Ага. Аптечки я уже набрал. Патронов тоже. Ох, как я ему. Да, наследственность такая чувствуется. Ногами ломает, конечно, со страшной силой просто. Так, хорошо. Так, я его вижу. Ой-ой. Ну там машину кинул в кого-то, по-моему. Дрон-точка, отлично. Да-да-да. Я тут со спецназом пробиваюсь просто. Ой, там снайпер. Ой, сейчас он долбанет по этому пулемету. Ну да, а был хороший пулемет. У меня так под землю пропал, а не ты. Да нормально. Там снайпер, как обычно, все. Здоровичка будет ранить. Ну, сейчас он уронится, в принципе, сам, как нам пойдет. Так, осторожно кидает машину. Ой, ну я-то наверху. Ну ладно. Соединяться этот снайпер. О, его шибануло. Так, что, мы будем запрыгнуть? Да. Вполне возможно. Я пошел. А я не могу. Ой, тут надо дыргать. Дырги-дырги. Ну, да, и не успел. Блин, эти снайпера. Так, ребята.
Нужно его уводить отсюда. Это добром не кончится. Да, блин, эти снайпера, ну. Так, одного снайпера снял. Да, ёлки-палки. Что там у тебя? Да, вспышки такие боли. Снайперов снимаю. Или снайперов. Ой-ой, меня схватили. Ты сможешь вырваться? Да. Везет. Офигенно! Один мужик захотел меня ножом порезал. Порезал, вырвался из второго, толкнул его, и тот ему голову, короче, отрезал. Отца. Только этого не видел. Так, и че? Где враг? Ах ты скотина, а? Враг у меня. Кто этот зарояк? Крис, по-моему, бьет. Так, приступим. Ему нужно вытянуть эту хрень один раз, и потом по нему авиация отработает уже. Ну да. Да, блин, эти снайпера, ну... Ой, меня уронили. Это место меня просто бесило в компании до Криса. Они бесконечно респаунятся тут. Я вам просто, знаешь, побежал и солдат перед нами. Спрогибо. Немного потолкнули, если жили близ, естественно. Так, опять снайпер. Бил. Так, короче, операция кооперация. Все там же. Шарахнул его током. Он долбит это. Турель. Сейчас тоже без разницы. Все, он на меня идет. Давай. А тут-то проводов-то уже нет. Как же нам тогда его уронить? Можно просто стрелять по нему. Это будет долго и неправда. Ну я ему сейчас в лицо попал, смотри, как ему понравилось. Все, и дубить, и дубить, и дубить. Давай, вытягивай. Так, стик или крестик, будет то и то жать. Все-таки стик. Да блин, тут не, да нереально. Ты стик влево-вправо нажимаешь или по часовой стрелке? Да по все стороны вообще. Я не знаю, попробуй ты. У меня пулемет, я его пытаюсь, но его вообще очень трудно с пулемета. Я на него попал, и там буквально мне сначала секунду подождали, пока полоска побежит, а потом уже начались какие-то... Вон ему плохие лох, можешь опять начинать. Да, я такой уже тренировал уже. А, нет, стоит еще. Сейчас пулемета не будет моего. Ой, куда он побежал. Так, я отойду от пулемета, чтобы он не шиф. Фу! Что ж ты душный-то такой? На тебе колокольчики. О, он снова сейчас упадет. Готовься. А, ты внизу. Так, грузовик не надо. Ой. Жив? Да, жив цел. Орел. Что с ним делать-то тогда? Я просто стреляем ему в таблоид. Других вариантов у нас особо нет. О, как я ему засадил в таблоид. Ну-ка и. Не, он не падает. Так, он идет. У меня слонобой появился. Он выше меня. Ой, можно себе машину еду, а? О, он сел. Я думаю, что мы успеем. Я поднимаюсь. Давай, поднимайся, пока напротив. Ну-ка. Да, я ж нажал. Ладно. Все нормально, пока идет. Мы живы, значит все хорошо. Так, я буду бегать по этой полоске в другую сторону, ты его бей. Да, блин, хватит вертеться. Вспоминаю свою учительницу школы. А, мне так же говорила. Я понимаю теперь, как она себя чувствовала. Все, умер, похоже.
Давай. Я смотрю. Ему же немножко попахело. Он такой, ой, что-то изжога прихватило. У него живот открывается, когда ему так плохо становится. Может, ему туда можно что-нибудь запулить? Хорошая идея. У меня 4 выстрела с слонобойки осталось. У меня 2. В рот вошло. Во, ну-ка. Ну вот, пробую. Я не знаю, я не уверен. Давай, давай, давай. You can do it. Wow. Ну ты слышишь, да? Yeah. Все, она ему. Сейчас его разбомбят. Boom, baby. До свидания. Пишите письма. Я буду истекать под ним. А я иду к тебе. Я вкатился в эти свечи. Мужик! Надо было подобрать с него что-то. Ну ладно, это было просто, потому что мы знали, что делать. Ну как просто. По крайней мере, понимали, что делаем. Да. Так, куда нас сейчас переправят? Америка, может. Окей. Если мы хотя бы сможем сесть на этом вертолете. Нормально. Это же Resident Evil, сомневаюсь, честно говоря. Вполне возможно, мы сейчас поедем в Китай. Это не Китай. Нет, это явно не Китай. Мистер Мюллер is requesting compensation for his cooperation. $50 million. Чё так мало? Yes. Он не жад. Yes, I understand. I'll let him know. So, you got a deal? Yes. We have a deal. Well, that was easy. Oh. Что-то у него интересно за нашивка была такая, паук. Не знаю, может, ну, может. Того заведения, в котором он был. Ну да, это же Resident Evil. Я же тебе говорил, так просто не сядем. Да я так и думал, я просто надеюсь на лучшее всегда. Почему? Так, я что, опять буду вести? Да, пилот спит. Я думаю, я буду вести, я все-таки не буду. Ой. А ты-то, о! Что делать? Что-нибудь. Как он сюда попал? На летящий вертолет. Ну, может быть, он с нами взял на цепь, там, на цепь для животных. А, он на соседнем прилетел.